Ну, а на что нас купили? А очень просто, ребята. Вот смотрите, да? Когда мы говорим, нам надо освободиться от зависимостей. Ну, а каких от зависимостей мы должны освободиться? Ну, конечно, от алкоголя, табакокурения, наркотиков. Но самое главное, от лекарств. А также от половой распущенности, разврата, обжорства, переедания. И вот самое главное, от сущностей, паразитов на тонком плане. А это мы можем сделать с помощью укрепления связи с родом. Так вот, слабость русского народа, слабость славян. Сила в этом, темных сил. Нам нужно духовное и державное возрождение. В этом году. А дальше будет поздно уже. Ну вот давайте, я книгу не буду, если найдете, очень хорошо ее. Она в интернете есть, можете ее найти. Я вот тут хочу прокомментировать вам